Если пенсионер, который проживал и работал не на Колыме, переедет в Магадан, выплата ему увеличится. Согласно законодательству, гражданам, проживающим или имеющим регистрацию в районах Крайнего Севера, устанавливается фиксированная выплата к страховой пенсии. В Магаданской области эта сумма более 10 тысяч рублей. Если регистрации в районах Крайнего Севера у человека нет, ему установят выплату на основании сведений о месте фактического проживания. Указать их нужно самому гражданину при личном обращении в ПФР. Для того, чтобы получать выплату бесперебойно, необходимо ежегодно подтверждать проживание на севере.